День города, день гордости. Эта театрализованная постановка стала кульминацией торжеств. Праздничный вечер на Красной площади украсил и концерт звезд российской эстрады. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Мы все здесь живем, нас зовут Чебоксарцы, здесь город мой. В объективе телевизионной камеры Красная площадь как на ладони. Кадры, которые захватывают дух своим масштабом. В театрализованной постановке о прошлом, настоящем и будущем города задействовали порядка 100 артистов. В лучах софитов акробатические трюки, фаер-шоу и танцы амазонок. С 48-летием столицы горожан поздравил и глава республики. Михаил Игнатьев отметил, что за последние годы Чебоксары преобразились. Но грядущему юбилею предстоит реализовать еще немало планов. Мы строим поликлиники. В шаговой доступности открываем учреждения и образования, и здравоохранения. Огромные средства выделяем для того, чтобы меры безопасности соблюдались и водителями, и пешеходами. Вместе, сообща, живя в мире и согласии, мы будем двигаться только вперед. Будем заниматься вопросами повышения качества жизни. Глава администрации столицы уверен, что у города большие перспективы. Сейчас Чебоксары входят в десятку самых экологичных и безопасных муниципалитетов страны. Это подтверждает и стремительно растущая демография. В этом году настало 500 тысяч человек. И по классификации геоурбанистов мы перешли из разряда крупных городов в состав крупнейших городов нашей страны. Для горожан выступали и артисты из Москвы. Группа барабанщиков «Васильев Грув» поразила чебоксарцев виртуозной игрой на ударных инструментах. Этому шоу рукоплескали и за рубежом. Музыкальный подарок для горожан – концерт группы «Браво». Артисты исполнили на Красной площади легендарные хиты. Кульминация Дня города – красочный фейерверк. Над заливом выпустили более 700 залпов, которые создали в небе эффектную картину. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Андрей Шоклев, Арена Гавелян и Расиль Мухаметов. Республика.